В соответствии с положением о лауреате премии Совета депутатов городского поселения Красногорск, учитывая предложение рабочей группы по присвоению звания лауреат премии Совета депутатов городского поселения Красногорск, Совет депутатов решил присвоить спортивно-патриотическому клубу «Ярокол» директор Шандриков Илья Сергеевич звание лауреат премии Совета депутатов городского поселения Красногорск в номинации «За достижение высоких результатов в социальной сфере» с вручением диплома лауреата премии Совета депутатов городского поселения Красногорск. Выплатить спортивно-патриотическому клубу «Ярокол» единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Большое спасибо, дорогие друзья. У нас достаточно обильная, большая программа. Есть хорошие слова. Да, великая страна судится по количеству великих людей, а не по количеству народу, который в ней проживает. Это великие люди в экономике, в спорте, в политике. Так вот, задача клуба – это не воспитать чемпионов мира, а как можно больше воспитать этих великих людей. Приходите к нам в клуб. Спасибо.